Вот ты мне говоришь, что деньги не лично хуйло дает, не лично, а как цепочка порабощения Болгарии выглядит? У вас специальный институт стратегических исследований, который руководит генерал Леонид Решетников. Генерал какой армии, я не знаю, но, наверное, такой КГБ, генерал КГБ, да. Ну, Леонид Решетников, ну вот ты, генерал Решетников, убери там прочь руки от Болгарии. Понял? А кому генерал Решетников отдает деньги? Ну, кому? Там у нас 4-5 русофильских партий. Самая основная, которая создана на деньги этого Решетникова, это Атака с Ворон Сидеров. Это генно-модифицированная партия, как говорится, по... Лишнехромосомная. Да, абсолютно. Все они нищеброды, комплексированные, неспособные себе... неспособные себе быть полезными и захватили за какую-то националистическую каузу, так называемую националистическую каузу, потому что у них нету чем другого... Они не могут себе даже на жизнь заработать. Абсолютно. И поэтому они гордятся то, что они являются болгарами, они бьют себя... Это называется, проворовались до конца и решили ударить на патриотизм. На патриотизм, да, абсолютно. И этот нить там они решили эксплуатировать с болгарского характера там этих нищебродов и вкладывали деньги. Сама партия началась с одну передачу в телевидении СКАТ, в бургасское телевидение СКАТ, Валерий Семенов, который сейчас является другого патриота, потому что ему он удивился, как это успело смобилизировать и создать партии от ничего. Просто на деньги вот этого генерала Решетникова, который отдает регулярно на турецкую партию ДПС. С лидером Ахмед Доган был в то время. И то есть оказывается, что они братья врагами, эти обе партии. И одна то получает... есть в разные корзины складывают деньги. Абсолютно. Они на турецкую линию, да, другие на антитурецкую линию, так называемую. То есть они переливают, нуждаются друг друга, чтобы выжить. То есть атака нужна турками, чтобы они между собой там боялись и голосовали всегда за ДПС. ДПС нужна атака из-за того, чтобы всегда был враг, и это сплощает между собой. Как Решетников, только эти партии передает? Или еще и через есть посла? Документ, который... Или через посла тоже? Ну, Исааков, он так... внутренней политики Болгарии влияет, это традиционно, они, русские, никогда не уходили от болгарской политики, то есть с тех пор, когда Александр III, ну, скажем, освобождал в кавычки, сильные кавычки, потому что это навязывали болгарским детей с самым крепким возрастом, как мы ничего, а братья, наши братья, кавычки. Ну вот как я тебе рассказывал, что ребенок пошел в 4 года, который знает только папа, мама и кака, да. А ему пятое слово сказали фашист. Да, фашист, и тебе объясняете, что это фашист, вы сами не знаете, что это означает, и обзываете людей на какая-то псевдо... Что комментировать, это и так все понятно. Все понятно, что оно тупое быдло может верить в это. Но я к этому хочу добавить, что я лично знаю двух хуеплетов, которые от посла раздают деньги по бургасу в Вате. Те самые деньги, которые Решетников через послу... Я уже знаю. Я даже сомневаюсь, что они лично получают. Лично. То есть Ворон Сидеров получает от Решетников первые 1,5 миллиона лева. Он получил отлично от Централу ДПС. Этот документ существует и циркулирует в интернете. Каждый может понять, как ДПС, партия, создана, чтобы, в принципе, пособилась на защиту турецкого меньшинства, финансировала своего врага. И с тех пор, когда Валерий Семенов, то есть
собственник телевизии СКАТ увидел первый митинг на Атаках, как сильно много людей, то начался конфликт между Волей Сидоров и за голоса этих националистов. То есть собственник телевидения говорит: ты через мою телевидение создал себе партию, а Волей Сидоров уже эмансипирован на деньги Решетникова, говорит: а иди там, ты уже ничего. И так случился конфликт, передача «Атака» остановилась на канал «СКАТ», но зато создали собственную телевизию опять на деньги этого генерала Решетникова. То есть это, скажем, серый кардинал, который правит Болгарией, назначает миллионеров, увольняет сейчас Пеевский. Динам Пеевский является представителем этих темных кругах политических и нелегальные деньги он вымывает в болгарской экономике. И от этого получается то, что маленькие дети, которые знают папа, мама, кака, и пятое слово у них уже фашисты, да? Ты говоришь о 4-летних детей, а я буду говорить о 4 миллиарда левов, украденных по схему, созданную от того самого генерала. То есть успели в банку фолировать, в банку КТБ, только ради претензий Диляна Пеевски, как собственник банки, ему должен. И это случилось после запрещения строительства Южного потока газовой трубки, потому что все они рассчитывали, что компания Диляна Пеевски построит этот Южный поток, там будут вкладываны 5 миллиардов лева коррупционные деньги. То есть 3 раза дороже будет стоить та 500-километровая трубка, чем тот самый участок в Словакии или в какую-то любую другую страну. То есть коррупция в Болгарии уже даже надоела Путину. То есть он говорит: хватит, вы только коррупционные деньги хотите, а никакого результата от вас не получаю. Ему надоело. И тогда сказал: ну, я пойду строить турецкий поток, а потом мы знаем, какая история получается. То есть ни турецкий, ни южный поток, несмотря на того, некоторые надеются, что все-таки южный поток будет, то есть Путин обратно вернет эти там 5 миллиардов лева, то есть они разбогатеются. Вся болгарская политика коррумпированная газовых коррупционных денег, которые идут от Института стратегических исследований генералу Леониду Решетникову. Вот. То есть они покупают цыганские голоса, все эти цыганские голоса в парламент заходят такие странные люди, как, например, Бацали. Это даже его депутат болгарский, эту партию ДПС, является цыган, необразованный, по никаких критериям он не отвечает на требования обычного депутата, но все равно успели с русские деньги поставить даже самое дурное там. Он такой представитель цыганский, ну, с этих золотых ланцах и что объяснять? Это пародия, это цирк. А такой цирк получается в Болгарии, что даже они успели добраться до морального ущерба из-за того, что болгары уже возненавидели политиков как принцип. То есть ненавидят демократию, ненавидят политику. Ну, это обычные технологии в России. Жирика для чего пропагандирует? Это обычные технологии. И если уберем демократию, то что станет? Нам посадят один царь или диктатор или какой-то хуйло, и чтобы правил Болгария, что ли? Вот, ну да. Вот вам, которые на этом... Ну, типа, хуйло великое и хорошее, там, типа, да. Хорошее хуйло не бывает. Диктатор, только оно и слово «дик». «Дик» — это что означает на английский? Оно хуйло означает. Так что в никаком смысле мы не можем поддерживать, мы будем бороться. Против генерала Решетникова, да? Против Решетников, против всяких хуйло и наиболее против болгарских ублюдок, которые получают деньги и денатурируют суть самой демократии. Вот в чем дела. А здесь институт скорой помощи Пирогов. Он какой-то российский доктор, ничего не знаю о него, ты можешь показать.
Да, не важно, не важно. Важно, что, это все зомбирование происходит с самого маленького возраста. То есть вот это вот схемы мыслительные вкладываются. Ребенок еще папа, мама и кака научился говорить, а его уже учат говорить слово фашисты. Но... Меня бесит вот это больше, да, даже, чем 4 миллиарда лева каких-то взрослых, которые украли взрослые. Меня бесит вот это то, что детям уродуют мозги. Но это работает, это доказано со время создавания христианской религии. Ты берешь самых маленьких, научил их, что Христос есть и так далее. То есть тот самый инженерный, социальный инженерный механизм, который доказан уже 2000 лет. И они просто адаптировали с другими средствами. Ладно, спасибо тебе за этот рассказ про решетников.